В Бендерах состоялось общественное слушание по проекту закона о внесении дополнений и изменений в закон об охране окружающей среды. Оно состоялось в общественном экологическом центре. Данные изменения и дополнения касаются вопросов информирования общественности и доступа к экологической информации. Данная тема является актуальной, потому что в нашем законодательстве, хотя и предусмотрено право общественности на получение информации о состоянии окружающей среды, но вопросы процедурного характера, вопрос форм информации экологической, источников ее получения, к сожалению, нет. Поэтому Общественный экологический совет в феврале этого года вышел с инициативой о разработке законодательного акта в области информирования общественности по экологическим вопросам. В обсуждении проекта приняли участие и молдавские экологи. Нарушение экологического законодательства и загрязнение окружающей среды является достаточно частым явлением. Плюс к этому вопросы сохранения Днестра как главной реки также важны, поскольку на нее также оказывается негативное влияние, что мы прекрасно видим по отсутствию рыбы в этой реке. Вот. Поэтому наличие доступа к информации о тех факторах, которые влияют, и тех мерах, которые предпринимаются, помогут и властям, и гражданам Приднестровья эффективнее следить за тем, как действует власть и как принимаются меры, и правильные ли принимаются меры для того, чтобы сохранить природу Приднестровья. Участники слушаний выработали резолюцию, которую намерены передать вместе со своими предложениями в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья.